Сегодня в истории Челябинского государственного института культуры особенная дата. 6 апреля в Челябинском государственном институте культуры прошла церемония подписания договора о сотрудничестве с региональным центром поддержки, выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи Челябинской области «Курчатов-центр». Нам бы очень хотелось развивать направление искусства. В рамках работы регионального центра у нас есть направление по развитию талантливых ребят в этой области. И, безусловно, значимым партнером в этом направлении является для нас Институт искусств. На церемонии присутствовали представители Курчатов-центра, руководство вуза, преподаватели детской школы искусств ЧГИК. В рамках встречи прошло обсуждение основных направлений сотрудничества, создание благоприятных условий обучения талантливых детей в сфере искусства. Я думаю, что это сотрудничество будет заключаться в согласовании программ подготовки, в том, что мы будем проводить совместные мероприятия, в том, что преподаватели нашей детской школы искусств, а многие из них являются ведущими преподавателями нашего института, профессорами, смогут осуществлять методическое руководство по разделу культуры и искусства. В рамках мероприятия состоялся небольшой концерт, на котором обучающиеся детской школы вуза выступили с творческими номерами. Гости отметили выступление детей как невероятно способных будущих деятелей искусств. Сейчас благодаря этой программе, благодаря этому договору будет возможность работать именно с одаренными детьми, продвигать их дальше, чтобы мы могли ими гордиться, институт мог гордиться, наша детская школа искусств, ну и вообще в целом регион. Встреча завершилась подписанием договора о сотрудничестве Челябинского государственного института культуры и Курчатов-центра, который в будущем поможет многим одаренным детям проявить и дальше развивать свои способности в области искусства и культуры. Чебыкина Дарья, Бурокова Лилия, Зуева Полина, Кузнецова Кристина.